Счастливые знаки зодиака в апреле. К каким трем представителям зодиакального круга звезды будут особенно благосклонны? Апрель будет удачливым для многих представителей зодиакального круга. Рыбы. К рыбам звезды будут особенно благосклонны. Те, кто родился под этим знаком, будут отмечать изумрудный год рыб. Представители данного знака зодиака могут сполна насладиться благоприятной энергией апреля. Перед ними откроется множество перспективных возможностей, а все начинания будут иметь большие шансы на успех. Поэтому у них будет основательный повод для радости. Кроме того, изумрудный год рыб наделит представителей данного зодиакального созвездия щедростью, терпимостью и принесет положительные перемены в личной жизни. Скорпион. Скорпион также почувствует положительное влияние звезд в апреле. Этот знак зодиака всегда находится в центре внимания, поэтому ему не нужно прилагать много усилий, чтобы добиться желаемого и обрести счастье. Его сильный характер и привлекательность в апреле будут притягивать к себе только самые лучшие на пути. Упорный труд Скорпиона будет по достоинству вознагражден, причем даже трудности его не остановят, потому что он умеет легко с ними справляться. Здоровье этого знака зодиака будет крепким в апреле, поэтому представители данного зодиакального созвездия смогут проложить для себя отличный путь к вершине карьерной лестницы. В личной жизни будет наблюдаться гармония и взаимопонимание. Рак. Для представителей этого знака зодиака апрель будет особенным. Положительные перемены будут во всех сферах жизни. Для того, чтобы достичь цели, ракам не нужно прилагать много усилий. Удача и так их ждет повсеместно. Это действительно лучший период для раков, потому что благополучие будет в семье и на работе. Те, кто состоит в отношениях, укрепят их еще больше. Гармония будет во всем. Одинокие раки смогут обрести любовь и счастье в личной жизни. Новые отношения будут продолжительными и плодотворными. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!